Приветствую всех любителей вкусной еды на своем канале. Сегодня я буду готовить казан-кебаб. Этот рецепт, ребята, я вам гарантирую, что очень вам понравится. Есть очень много видов этого блюда. Хочу показать тот метод, который я использую во время готовки этого блюда. Друзья, я любитель китайской кухни. И там я подобрал несколько трюков, которые должны сделать это блюдо намного вкуснее, сочнее. И главное, что мясо будет таять во рту. Я вам хочу показать эти трюки. Я уже это делал. Мы когда-то с моим дядьком выезжали на природу, были в штату Миссури. И я это использовал на данном блюде. Получилось вообще обалденно. Я хочу сегодня вам показать, как я это все буду готовить. У меня уже есть казан-кебаб рецепт на канале, но это совсем другой рецепт. Тот был один рецепт, это совсем другой. Друзья, никуда не уходите, в данном рецепте будет несколько фишек, которые вам помогут. Я вам гарантирую, что это будет обалденный рецепт, и казан-кебаб вы будете готовить только так. После того, как вы просмотрите, это будет ваш любимый казан-кебаб. Так что, друзья, нам понадобится вот такая гора мяса, гора картофеля, потому что сегодня у меня много гостей. Будем готовить много, а главное вкусно. Все, смотрим за мной, погнали. Друзья, я вам всем советую использовать для этого блюда золотой картофель, потому что его хорошо обжарить, он хороший для обжарки. Плюс это блюдо мы еще будем тушить. И во время тушения это блюдо не распадется. Я знаю, что обжарится для того, чтобы картофель не распался, но все равно случается, картофель разваривается. Этот картофель будет держать свою форму. Так что, друзья, используйте золотой картофель. Золотой. Казан разогрелся. Теперь время добавить туда маслица подсолнечного, где-то 500 грамм здесь. Все, заливаем его сюда. Надо проверить, если наше масло накалилось. Берем лучок и проверяем. О, все. Берем картофель, кладем его в раскаленное масло. Увидите, что картофель, он не сильно влажный, чтобы вас потом не обрызгало и не ошпарило, короче, чтобы у вас потом проблем не было. И все, обжариваем картофель до золотистого цвета, как в любом рецепте казан-кебаб. Сначала обжаривается картофель. Все, смотрим за мною, как я это делаю. Для этого блюда я выбрал такие красивые, обалденные ребрышки. На них очень хорошая прослоечка. Ребра просто обалденные. Главное, что они мясистые, мягкие. И эти ребра обалденно подойдут к этому блюду. Так что, друзья, выбирайте не жесткие ребра, а мягенькие. Они сладче, они на кости. И к этому блюду это просто будет взрыв мозгов, это будет реально вкусно. Так что пробуйте вот такие ребра в этом блюде. Это свиные ребрышки, сладенькие, вкусненькие, сочные. Все, ребята, дожарим картофель, будем потом нарезать эти обалденные ребрышки и обжаривать будем ребрышки. Друзья, знаете, с чего я самое больше тащусь в этом рецепте? Это ты когда берешь вот этот картофель, да? И слушайте, как он хрустит. А ну, микрофон. Не знаю, микрофон передает это или нет. Ну, поговори со мной, картошечка. Поговори со мной. Ребята, оно реально так хрустит прикольно. Я тащусь этого рецепта. Обожаю такой рецепт.
Так, все, картофель обжарился. Ребята, он так классно пахнет, этот картофель. Так, уберу я отсюда лучок. Нарезаем ребрышки и обжариваем их. Берем, нарезаем ребрышки. Будем крупно резать вот такими кусками. Вот. Все. И бросаем их в обжар. Да, ребята, сколько я готовлю, первый раз я встретился с такой штукой. Мой оператор мне говорит, знаешь что, тебе надо рассказать о протеине, с чего, сколько. Если вы думаете о салатах, о протеине, ребята, я не знаю, я могу сказать о протеине только одно, чем больше, тем лучше для меня. Особенно для меня, чем больше, тем лучше. И как оно пахнет, ребята. Вы смотрите, зелень у нас будет, витаминчики, вот, витаминчики у нас все здесь. Так что не переживайте, все будет пучком. И особенно ты, оператор, ты понял меня? Что ты головой машешь? Капец. Ужасно. Ты чуть мне весь рецепт не испортил. Иди это самое, иди корову зарежь какую-то. Че, пойдешь или нет? Не? Все, снимаем дальше. Да, хожу я здесь, верчусь, везде эти запахи. Знаете что, я не знаю. Хочется не попробовать. Это не соленое, вроде бы еще не доготовил, но... Ну, классно пахнет, но... Ну, оно что-то доготовлено. Честно сказать, даже соли и перца не надо. Свиные ребрышки, так смотрю, они очень вкусные. Круто. А может, не надо готовить дальше? Не, я буду готовить дальше. Все супер. Ребята, обратите внимание на вот этот обалденнейший лучок. Сейчас это мы все дожариваем. Берем эти ребрышки, возвращаем обратно в казан. И потом добавляем сверху лук. И будем это все перемешивать, готовить, пока оно не даст сок, пока лук не растворится и не даст все вкусы мясу. Так, ребята, все, эти ребрышки обжарились, добавляем наши ребрышки сюда и сверху лучок. Мэн, обратите внимание, сколько здесь ребер, ребята, это реально круто. Теперь берем наш лук и добавляем сюда лук. Вот так. Все, теперь обжарим. Тушим это все с луком. Лук и ребра мы где-то будем обжаривать, вместе тушить. Где-то примерно 10-15 минут, пока лук не поменяет цвет, пока он не начнет растворяться. Потом что мы делаем? Помните, я вам говорил, что я люблю китайскую кухню. Китайцы для сочности мяса для того, и для смягчения его добавляют во время готовки прямо в горячую посуду. Во время готовки мяса они его любят ошпаривать. Этот метод сейчас мы используем здесь. Ребята, это реально вкусно, хотя я так считаю, что это вкусно. Вы можете считать по-другому, но где-то около 7 человек, которые со мной пробовали это блюдо, данное блюдо, сказали, что это обалденно, это было супер. И я вам советую это так приготовить. Так что помешиваем минут 10-15 и добавляем воду. Я вам покажу, сколько я примерно добавляю, чтобы просто протушить мясо. Сейчас можно как раз это все взять и хорошенько посолить. Вот так, буквально столько.
и хорошенько поперчить для вкуса. Все, отлично. И берем это все, помешиваем. Прошло минут 10. Я смотрю, что уже лучок карамелизовался нормально, начал растворяться, вот распадается он уже. Берем сюда и добавляем где-то стакан воды. Вот так. И огонь на максимум, чтобы наше мясо начало в этом всем тушиться, париться. Пока наше мясо с луком готовится, нарезаем наши овощи вот так где-то, такими кусками крупными морковь. И также само будем крупно нарезать болгарский перец сладкий. Режем крупно, чтобы оно не пропало когда во время тушения. Вот так, все ненужное выбрасываем на сторону. Семечки тоже нам там не надо будет. Да так все нарезаем крупными кусочками. Вот так. И выбирайте разноцветный перец для того, чтобы блюдо выглядело красивее. Мы все-таки для людей готовим. Для себя тоже. Так что блюдо все равно должно выглядеть красиво, аппетитно. Так, убираем все ненужные семечки. Ребра наши уже протушились, уровень воды упал до уровня масла. Я где-то запомнил, где-то так масло было, значит все, выкипела вода. Теперь можем добавлять туда картофель и все остальные ингредиенты, посолить, поперчить, закрыть это все крышкой и подождать где-то минут 50-40. И должно все получиться, должно быть все обалденно и вкусно. Я не знаю, почему я всегда это говорю, должен в конце сказать обалденно и вкусно, не знаю. Может оно на самом деле так. Так что берем, кладем картофель сюда. И готовим. Еще немножко осталось, и все. И будем кушать вкусную, прекрасную еду. Теперь, ребята, мы все наши овощи сюда поставили, хорошенько присолим, потому что картофель любит соль, картофель большая, картофель нужно хорошенько посолить. Это вот так, чтобы каждый картофель филе досталась хорошо соль. Вот так, думаю, отлично. Теперь хорошенько это все поперчим. Отлично. И теперь давайте добавим сюда зелень.
туда несколько перчиков для меня. Я люблю остренькое. Отлично. Теперь сделаем еще такую фишку. Нам придется это все еще раз ошпарить. Вот так. Берем, доливаем сюда воду. Вот. И накрываем это все дело крышкой. Это закрыли мы казан крышкой, где-то минут 40 до часу должно это все протушиться. Огонь минимальный, потому что если будет большой огонь, короче, это все сварится в кашу. Мясо будет, короче, вкусное, но картофель будет не такой, как нужно. Минималка огонь, и все, забываем казан на целый час. За этот час можно это все убрать, приготовиться. Гости пускай готовят желудки свои. И все, ждем минут 40, где-то к часу. Всегда по-разному, я думаю, что где-то минут 50 в среднем я вложусь в это все. Все, ждем, не могу дождаться, когда оно уже будет готово. Оно выглядит реально обалденно. Да, короче, забыл я паприку. Паприку не обязательно добавить, но я люблю, когда здесь есть паприка. Так что я только что недавно закрыл крышку. Сейчас я еще паприки добавлю сюда. О, вот столько паприки. Хорошо. Старею я, ребята, старею. Что я сделаю? Все, друзья, блюдо готово. Прошло у нас ровно 55 минут. Картофель проварился. Сейчас вылаживаю все на блюдо. И все, и дегустация. Пора кушать вкусное, обалденное блюдо. Все, погнали. Все, все, короче, ставим и украшаем нашу тарелку. И будем это сейчас все пробовать. Результат нашей сегодняшней работы. Получилось все изумительно. Сейчас я попробую это на вкус. Это сейчас пойдет гостям, а я попробую все из казана. Так, достану я кусочек мяса. Ребята, мясо просто распадается. Знаете, косточки вылазят. Знаете, трудно повторить, но вот горячо. Горячо, трудно взять. Мясо от кости вообще отпадает просто. Реально вкусно. Так, это на что? Обалдеть. Так, попробую картошечку. Так, оно. Маскну я в этот соусец. Кайф. Все супер. Морковочку. Где морковочка?
сладенькая, вкусненькая, солоноватая. Друзья, я вам советую сделать вот такой лучок. Мелко его нарежьте. Немножко пожмите руками. И добавьте сюда уксус. Это реально обалденно вкусно. Так что блюдо готово. Пора звать гостей. Это все есть. Вам всего самого лучшего. До свидания. Готовьте этот рецепт, как я его приготовил. Все, до новых вкусных рецептов. Все, увидимся.